Всем привет, с вами как всегда Миша. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Сегодня мы апнем 33 тысячи кубков. Ну и откроем несколько мегаящиков. Куэнси. Я его апнул на 22 ранг всего лишь за один день. Как это, я сам не знаю. Так, сразу все так. Подарок. О, давайте забираем сразу 2000 монет. Значок. Ну, крутой значок. Использовать его тоже буду. О, новый кольт меха со скидкой. Кредиты берем. Еще. Там подарок какой-то. Так. Что у нас там? Десять очков силы. Ой. Ну, мы подкрываем. Купим вот это 360. Ну, что там 15% что-то плюс. Ну, ладно. Давайте. Оп. Так, у нас это... Ну, ждем, когда у нас главное же появится. Так. Ну, за 1000 гемов я вряд ли куплю. Так. Так, выйдешься. Так. Я не пойму, она загружается или нет. Так, ждем. Так, ну, если 360 не делается, значит... Ну, два раза по 170. Ну, ничего. Так. А, ой, еще один раз. Так. И в этот второй раз не получилось. Проблема. Ну, ладно. Просто попробуем. А, у меня не мотается. Так. Давайте мы ящики откроем сейчас. Вот, все. Открываем. Сначала... А, я не заметил. Все, два мегаящика. И давайте. Раз. Четыре предмета. Иконка на шее. И пять предметов. О! Зачем мне этот скин? Зато скин будет. Ладно. У нас, наверное... Еще на один хватает. А может, на два. Так. Два предмета. Круто. Шесть! Скин стопудово. Ну, зато мне все краски. Зачем мне этот викинг-бул? Так. Ну все, нам не хватает. 30 гемов. Ну ладно. А что? О, уже несколько осталось этих. Так, мы собрали. Ладно, давайте апнем. 30... Сколько там? Я не помню. 33 тысячи. Все, берем Куэнси. Броубол. И идемте в катку. Вообще на этом бойце очень легко играть, если честно. Он просто, это капец легкий боец. Но только если зажимают, то у него тоже проблемы есть. Но на первом этапе вообще лучше не подходить ни к какому танку, ну и вообще. Вот так на расстоянии играть, а то так же будет. Давай сюда подходим, Лили. Чё, давай. А, блин. Ладно, хотя бы до второго прокачались. Блин. Ладно, давайте. Держитесь.
Ладно. Попробуем. Давайте. Что, подходи. Подходи. Давай, Грей. Грей, ты сможешь? Да, смог. Ну, нормально играет. Давайте. Ил. Фух, все, третий этап. Рика там Блэри разнес. Капец он быстрый. Давайте. Все. Ну, боец, конечно, сильный. Ура. Стащим катку и апаем 33 тысячи. Так, аутсайдера, ну, осуждаю. Давайте, все, заходим и... У нас 33 тысячи. Редкий. Все. Вот, залетает и 33 тысячи. Давайте. Так. Ну, вообще, он, наверное, леги даже достоин. Так, ну, ладно. Давайте дальше поиграем. О, штольня. Так, в штольню мы берем базу, как раз таки я его слил. Берем гаджет. И пойдемте в катку. Вот. Все, давайте. И сейчас банок несколько взять надо. Главное, чтобы тут шили не было. А то, конечно, она меня разнесет в легкую. Что за пупсик? Ой, Фрэнк. Фрэнк, так. Ты не должен. Ну, что можно было и сказать? И ждать. Да блин, я хотел его, этот. А, тут Фрэнк. Все. А ты думаешь, ты сильнее меня? Каким я возомнил вообще? Легко. Давайте. Блин, ну ладно. Такое место подойдет. Но дальше играть не буду. Потому что я знаю, это плохо закончится. Что у нас по призам старым? 5 дней, а я столько квестов не выполнил. Офигенно! Еще там на Хэнга. Давайте. Берем Клэнси. Я за него просто без конца буду играть и все. Может еще кого-то на 11-ю прокачать. А позже. Я не знаю, кого на 11-ю силу прокачивать. Короче, пусть будет так. Все, берем Квенси. Все, и идемте в катку. Вначале он, конечно, слабый, но до третьего этапа, то... И если ульта, лучше просто опасайтесь его. Или просто за блоками прячьтесь. Даже Шелли не это. Он простоит.
Па-па-па-па-па-па-па. Да как? Да почему? Как? Куда вообще автоатака целится? Ладно. Я всего лишь один удар сделал, офигеть. Ай. Чё у него? Это чё он делает? Да как? Подожди! Да какого? Как он просто всех нас убил? Калет, ты чё делаешь? Зачем мне этот мяч дали? Худшая катка это. Да зачем мне этот Фрэнк попался? Так. Вот Эдгар и ты этот. Вот косарь, я его ненавижу. Ай. Ну зато один гол забили. Давайте кто-то нападите вот на меня. Живые точно не останетесь. Точный ты, конечно, на все 100. Байрон, который Фрэнк. Кстати, у меня Байрона нет. Так. И залетает. Ладно, давайте еще быстро мегаящик откроем. Это мы сделаем быстро. Наверное, очень. Бэм, бэм. Ну и вот последняя катка. И она будет за Кленси. И кто же у нас попадется в тиммейтах? Потому что где за Рика надо было играть, я там перед началом несколько раз умер. Это карта драка. Ай-яй-яй-яй-яй! Нафиг я гаджеты ты использовал? Давайте... Да... Почему? Ну как просто можно играть с такими тиммейтами? Давайте. Да отвали ты, клон. Как мне этот пик уже бесит? Давайте. О, все. Все, берем. Мэг, бери, бери, бери. Все. 5-7. Давайте. А как? А! Ладно. Все. Давай. Давай. Все, Мэг. Ты сможешь. Давайте. И... Давайте кто-то подойдите жестко. Я вас разнесу. Офигел. Ладно, кит меня разнес, но у меня мало хп было. Ну все, мы выиграли и получаем
Наш заслуженный мега-ящик. Все, вот. Подарок. Так, открываем. 4. Что это, боец? Давайте. Ничего удивительного. Ну ладно, на этом видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Ну и на этом всем пока-пока.